Вот какой аппарат. Короче, пропустил его посмотреть. Не знаю, успел записать, не успел записать, но прикольный танчик немецкий старого образца. Ладно. Вышел чуть размяться. Что-то укачивает. Тяжелая неделя, уставший. И спать охота. Нововведение. Прекратите гадить на природу. Туалет рядом, 30 метров. МЖ, МЖ, МЖ. И туда. Ладненько, короче. Мы тут уже между Москвой и Владимирой. Заехал недавно во Владимирскую область. Вот так вот, короче, прём. Приветствую, приветствую, короче. Мы сегодня прём на Иваново. Ой, с работой какая-то вот эта неделя завал, если честно. Я даже практически не занимаюсь своей стройкой. Хоть в мае месяце довольно активно занимался. Ну, больше занимался. Не то, что сильно активно, а просто больше. А на этой неделе и на прошлой неделе так вот какой-то часок или два, если уделю, если получается, тогда и хорошо. Так с работой очень, ну, неплохо. Вот на этой неделе особенно прет. Вот только дюк-дюк туда-сюда, туда-сюда. Как бы особо, если честно, не снимал. Потому что так было. Все было однотипное, ничего такого интересного. То есть просто работа шла и все. Вот. Сегодня пятница, едем в Иваново. Там на субботу-воскресенье планы довольно небольшие. И надеюсь, что у меня получится позаниматься строительством своим. Потому что это тоже надо делать, потому как уже прошло больше 2 недель лета. Сейчас не, как получится, как обычно, не заметишь, как это лето пролетит. А до конца лета, еще 2,5 месяца, надеюсь, может и раньше, я закончу свое, то, что хочу. Ну, это уже посмотрим, как получится. Но я надеюсь, что до конца лета у меня, вот я поставил себе цель до конца лета завершить. Вот, ну, вот так вот. А в продолжение... Либо какое-то доказательство. Вчера отправили машину, фуру на Валберес. И машина вот только вот где-то часов 10 утра сегодня выгрузилась. Короче, поток машин, короче, все вот так там бурлит, очереди и все такое. И прикреплю видео, посмотрите. А вот как раз за углом что творится. Ну и с этой стороны вон стоят тоже. Сейчас дойду до стоянки. Ну, в принципе. И все стоят вот как раз в эти 3 окна. Как раз для фур, которые выделили нам под выгрузку. Вот, пожалуйста, вот этот ряд, он какой, за ними еще 2-й ряд. Вот. И там метров через 150 еще одна стоянка. Я там стою. Тоже машин, наверное, фиг знает. Ну все. Так, начинаем запись. Первая машина. А время у нас... Сейчас скажу. Вот, 11 часов. Так. Вот вторая. Ну, вообще весь ряд. Короче, я сейчас список посмотрел. Я 35 или 36. Вот такая колонна у нас стоит. Пойду, короче. Уже не буду стоять, ждать, следить. Просто пойду рухну спать. Короче, за углом еще вот стул. Ну, вообще,
там за углом стоянка такая большая. Пятак такой прям. Машин на 15 еще. Ну, просто все. Всем спокойной ночи. Посмотрим, как ночью будут машины разгружать. Днем просто реально вяло. Так, запись номер 3. Я на площадке, как раз где сам стою. Так как там места нет. Вон, смотрите, тут просто не видно нифига. Вот я иду к своей машине, вот все, вот это. Вообще просто машины, 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 машины. Ну отсюда точно еще машин, наверное, 10. Как бы туда. Туда же, куда и мы. Опа, авария. Не кислая. Это он перескочил через это или что? Вот так вот. Ну, скорее всего, тоже Шумахер летел с горки. И плюс еще другие Шумахеры. Так что вот так. Так, взял кофейка, что-то я засыпаю, если честно, устал. Так, цена за литр 44,59. А, нет. 46,85, но 2 рубля скидка. И этот. Короче, 44,85 за литр. Вот так вот. Так, ребятки, короче, мы уже в Иваново едем. Сейчас минут через 15-20 я буду на выгрузке. По идее, должны ждать, как обещали. Если ждать, быстро выкидываемся и рвем когти обратно в Москву. Такие вот штуки какие-то везут, видите, две фуры, одинаковая загрузка. Правда, что легкие, потому что ленивцы подняты на этих фурах. Железные или, может быть, вообще пластиковые. Троллейбус. Троллейбус медленно едет. Мы берем его чуть-чуть на обгончик. И прямо 3 километра. Ладно, короче, выгружаюсь и выхожу на связь. Подводим итоги. Итак, ребята, короче, закончили мы этот заказ. Я уже выгрузился, уже даже проехал Владимир. И мне еще осталось полдороги до Москвы. Как бы заказ уже был на этом канале буквально неделю или две назад. Кому интересно, можете посмотреть. Даже не буду крепить. Рейс в Иваново называется. Сумма заказа или сумма поездки 15 тысяч. То есть загрузился в Москве, отвез, отдал и в тот же день вернулся обратно. Где-то в 10, в 11 я буду уже дома. Примерно вот так вот. Ну, как бы, я думаю, для меня, я так посчитал, вроде нормально. Сказал, не сказал, я 15 тысяч рублей, короче, получается рейс в Иваново. Там 290 километров от МКАДа. Ладно, короче, так в общем работа пошла. Вот эти две недели довольно были насыщенные. И эта неделя, говорю, я бегал, метался, работа идет. Как у вас, конечно, напишите. Я думаю, что так, дай бог, оно потихоньку восстановится. Либо хотя бы, чтобы было в такой паре, как оно вот сейчас. Пускай иногда чуть поменьше, иногда чуть побольше. Но не хуже там в 2-3 раза и все остальное. Будем надеяться на лучшее и будем стараться работать. Так и каждому желаю стараться работать, потому что и не останавливаться. Потому что, как вот вам объяснить, надо постоянно стремиться, чтобы делать вот эти шаги,
И когда вы вышли на какой-то результат, не останавливаться, а идти дальше. Потому что если остановился, скатился обратно. То есть есть сумма заработка, например, не знаю, там вот условно, есть сумма заработка, раз, вы дошли до того результата, там имеете 100 тысяч рублей, не знаю, 200, кому это. И когда вот вышел на какой-то уровень, там зарабатывает там 70 или 100 тысяч, или 150, и все, как бы, и все, он уже расслабился, уже моря, отдых, там кафе, и все остальное, и короче, и на этом все. То есть, ну, если это ваш потолок, вы желаете, то может быть, но и то, и этот потолок надо поддерживать, потому что если вы перестанете заниматься, вы сначала уберите половину, потом еще половину и так далее, то есть оно у вас закончится. То есть никогда человек не стоит, поднялся на какую-то вершину и не стоит на этой вершине. Если он идет вперед, он может стоять на том же месте, если он идет вперед, либо подниматься. Если он стоит, он обязательно скатывается назад. И вы сделали, например, такие шаги. Есть у вас эта сумма. Делайте следующие шаги. Сделали там, это третий шаг условно, там у кого 30-й и так далее. Потом сделали 31-й шаг. Потом сделали 32-й шаг. И вот так вот развивайтесь, развивайтесь, развивайтесь. Это я так условно вам рассказал. Так что извините за такой вот пример. Ну, как-то говорю, что я вот примерно так делаю, то есть дошел до какого-то уровня, значит, надо пытаться дальше, 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 а не то, что там думать за эти деньги, что вот там, как еще там некоторые даже оскорбляют, типа кто-то там, этот, как он называется, дармовоз, а кто-то не дармовоз, ну, кто-то, например, может быть там, условно там едет за 3000, а кто-то там я за 3000 не поеду. У нас там есть такие звонки, то есть типа, ой, за 3000 там минимум 4-5 и все остальное. Ну, короче, ну как бы это. А кто-то, например, ездит, но тут получается не смысл в том, что за сколько ты ездишь, а смысл в том, сколько ты зарабатываешь в месяц со своим видением, со своим подходом. Ты можешь ездить там минимум за 10 тысяч, но у тебя будет один заказ в месяц. Ты можешь ездить, например, там по 3 тысячи или по 2500 условно, и у тебя может быть 3-4 заказа в день. И ты можешь быть в день иметь там десятку, благодаря своему вот этому какому-то подходу. Вот. И как бы, то есть результат показывает, что ты в конце у тебя, что ты заработал в конце. Извиняюсь, тут фуры летят. Этот результат покажет, что у тебя получится в конце. То есть там 100 тысяч ты заработал, или 500, или сколько бы ты ни заработал. То есть результат. Или ты там со своими взглядами сидишь, там пару раз в месяц ездил, блин, зато по хорошей там ставке, или как это сказать. Потому что многие даже нас не понимают, потому что у нас идет, например, 2500 или 3000 это не ставка, это идет минималка. А кто-то говорит там, типа, кто-то думает, что там 2-3 тысячи в день это ставка. То есть у нас идет минималка, потом переработка, потом выезд за МКАД и так далее и тому подобное. То есть 2500 это, конечно, старая цена, а 3000 уже более новая цена. И то сейчас уже минималку подняли в Москве, там и 3500 есть, как бы такое. Кто и по 4 хочет поехать. Ну, типа, ну, хотеть, как говорится, не вредно, а вредно не хотеть. То есть, получается, лучше как-то курочка по зернышку клюет и всегда сытая. А вот это замашки, когда у всех проблемы, когда заказов работы убавилось, уменьшилось, и как бы, ну, нету такого дефицита машин, чтобы так вот сидеть, еще выбирать и все остальное. Это как бы лично мои рассуждения, мои мысли, как я начинал, так думал, так и до сих пор так думаю. Так что надо как-то, конечно, не в ущерб себе работать, ты не будешь работать за, например, там только на бензин и так далее, и на запчасти. Конечно, надо что-то так вот брать, какую-то среднюю стоимость, которая будет не в ущерб тебе и не в ущерб клиенту. Как-то вот так вот, какой-то, ну, нейтралитет. Так что вот чисто такие мысли. А вот так, дай бог, у нас работа, говорю, вот эту, как лето началось, пошла.
И будем стараться, чтобы она хотя бы не падала, а так еще росла. Ну, на этом все, короче, я поеду, потому что чуть уставший. Понравился ролик, не понравился, оцените, лайки, там, дизлайки. Ну, и кто подпишется, буду благодарен, буду понимать, что какая-то тема, которую я даю, она вам интересна. На этом пока, поехали в Москву.